Блокируем Алматы. Стартуем ровно в 18:00 по направлению к Старой площади. В 6 часов вечера автомобилисты дают сигнал и замедляют ход движения, блокируя дороги. Мы направляемся в единое место сбора. Это площадь Астана на пересечении улиц Талиби и Аблайхана. Все, кто находится в радиусе 5-7 километров от точки сбора, выезжают на медленной скорости, сопровождая движение протяжным сигналом. Основная группа митингующих собирается на пересечении улиц Байтурсынова, бывшая Космонавтов, и проспекта Абая. Маршрут шествия: проспект Абая, проспект Аблайхана, площадь Астана. Участники шествия могут поддержать автомобилистов и смешаться с транспортом, чтобы затруднить движение, то есть двигаться вместе с машинами. Параллельно с основным шествием автомобильные колонны должны замедлить движение и заблокировать сквозные улицы. Это проспект Раймбека, бывшая Ташкентская, улица Талеби, проспект Абая, проспект Аль-Фараби. С собой иметь флаги Казахстана. Скандируем наши требования. Помним, что наша главная цель – это смена режима Назарбаева. Такаев – фальшивый президент. Лживые выборы не признаем. Освободить всех задержанных 9-11 июня. Требуем свободы. Бастандык! Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.